Химках провели один из этапов первенства России по фехтованию. В центре Ильгара Мамедова более сотни участников до 24 лет из разных регионов страны. Открыл соревнование глава городского округа Дмитрий Волошин. Для нас весьма отрадно, что центр фехтования Ильгара Мамедова находится именно на нашей территории. Мы сегодня все концентрируемся на этом виде спорта, уделяем ему особое внимание. И я надеюсь, что мы вместе с вами, вместе с вашей помощью, с вашими талантами, будем развиваться и дальше расти. Также глава округа вручил удостоверение мастера спорта России спортсменам Московской области. Наградили и лучших по итогам первенства Европы и мира. Среди них Анастасия Солдатова. Мастер спорта международного класса, 10 лет посвятила фехтованию. Конечно, обрадовалась. Приятно очень, что поощряют какие-то достижения. Хочется больше работать. По итогам всех туров определят победителей, которые представят Россию на чемпионате Европы уже этим летом. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.